Как делишки, ребятишки, с вами снова Эйсон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию прохождения этой замечательной карте о зомби-апокалипсисе, которая вам так понравилась, я надеюсь. И, ребята, мы не будем больше тянуть, мы сразу же приступаем к видео, но это еще не финальная часть, не, ребята, финальная часть у нас будет следующая. Поэтому, если вы хотите увидеть финал, если вы хотите увидеть вторую часть этой карты, да, ребята, потому что после прохождения этой карты, если вы захотите, мы сможем пройти вторую. И мне нужно знать ваше мнение, мне нужно знать, хотите ли вы продолжение. И, ребята, как только мы наберем 1200 лайков, я сразу это пойму, и я сразу же выпущу новую серию, финальную серию прохождения этой замечательной карты. Поэтому не поленись, поставь лайк. Это секунда твоего времени, но мне действительно будет очень сильно приятно. Я сразу же выпущу серию для своих любимых подписчиков, потому что каждый подписчик для меня как друг. И кто еще не подписан, я всех вас приглашаю вступить в нашу большую и дружную семью. Все, что нужно, это жать на кнопочку подписка. И ты просто, ну вот ты себе просто не представляешь, как ты сделаешь мне приятно. Потому что действительно, каждый подписчик это мой новый друг. Поэтому не ленитесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы, ребята, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы сразу же начинаем, точнее продолжаем с этой комнаты, где мы застряли в предыдущей серии. Потому что нас тут окружили куча сумасшедших зомби, нам сейчас нужно выбираться. Я сразу же выпил зелья, и сейчас я их всех поубиваю, мы сразу же валим отсюда. Ребята, как я понял, у нас действительно должен вот тут, ну, 100% быть выход. Где? Во-во-во, выход, что-то там есть, что-то там есть. И тут что у нас есть? Алмазики, алмазики. Не хочу я тут оставаться, я не знаю, может там есть какие-то... Полезные штуки, дайте мне выйти. Идите вон, идите, идите, идите вон, 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 вон. Сейчас мы их всех поубиваем, точнее, ну хотя бы тех, кого сможем. Да дайте мне открыть эти конченые двери. Все, все, вот сейчас это... За... Как вы меня... Во! Спасибо, чувак, ты меня прям подтолкнул. Респект тебе за это, потому что... Вот именно ты нам помог выбраться. Я не знаю... А, это канализация. То есть, да, это был единственный путь. Ага, и вот это вот тот люк, да, о котором я говорил в городе. Вот, ну, в принципе, я не буду сейчас туда забираться, я хочу дальше побежать. Это тот люк, о котором я говорил в городе. И, ребята, это единственный путь, от, через который мы могли сбежать с этого дома. Но все же нам нужно будет пойти к вертолету. И это мы сделаем в следующей серии, потому что... Ух, нифига себе сундучки. Нифига себе, сколько сундучков. Потому что все-таки мне кажется, что вертолет это действительно наш способ убежать с этого города. Поэтому, ребята... В следующей серии это будет наша, ну, наверное, финальная миссия, добраться до вертолета и все же убежать, если у нас, конечно, вот это получится, да? А, где это зомби? Так, это мы где? Нифига себе, это мы в церкви! Ох, вот это спрятанный туннель или спрятанный путь. Это, знаете, как будто катакомбы там были под церкви. Офигеть, я даже не знал, но это реально очень круто. Так, мяско у нас тут жарилось, жарилось и пережарилось, пока мы ходили, бродили по этим всем. Я не знаю, что это? Это вообще школа, да, была? Или что-то в этом роде? Ну, в принципе, ладно. Ребята, пока я сейчас буду вот это все раскладывать, не забыв... В первую очередь, я хотел бы вам сказать еще раз большущее спасибо. Вы прям нафиг сумасшедшие. Вот, ребята, честное слово, вы прям сумасшедшие. Сумасшедшие, я даже не знаю, что вам сказать и как вас отблагодарить. Потому что на первой серии прохождения этой карты мы набрали 3500 лайков за 2 дня. На второй серии мы набрали 3000 лайков за 1 день. Я не знаю, как вам сказать спасибо, ребята. Вы реально самые крутые, самые суперские. Но если я еще расскажу, если вы хотите продолжение, то не расслабляемся, ставьте лайки на вот эту серию. Я вам прям со всей своей любовью выложу последнюю серию, финальную серию этой прохождения карты. Я даже для вас выложу новую карту, вторую часть. Поэтому, ребята, потому что вы просто крутые, реально, ребята. То есть... Ну, я не знаю, как вам больше сказать спасибо. Все, что я могу сделать, это выпустить для вас новую серию. Поэтому, ребята, это будет моя благодарность, если мы наберем лайки. Но все же, ладно, сейчас об этом не будет никакой речи. Мы, я не знаю, есть ли смысл сейчас вот это ждать, пока вот все пережарится. В принципе, еды у нас дофига. Просто дофига. Ну, знаете что? Знаете что? У нас, в принципе, у нас там даже дофига алмазиков есть. У нас есть дофига алмазиков. И зачем я буду их хранить, если я просто могу себе сделать...
штанишки, и в принципе наши железные штанишки уже были практически поломаны. Зачем я буду хранить их и ждать до конца, пока они разломаются, да? Если я могу просто-напросто сделать себе новые. Вот так. И тут я еще могу вот сюда поставить и вот это еще пережарить. У нас куча ресурсов, у нас куча новых ресурсов, и мы их можем в принципе тратить. Ну что, ребята? В этой серии мы уже не будем идти к вертолету, как я уже сказал, это будет финальная часть. То есть, следующее. Сейчас нам нужно облутать еще город, весь город по максимуму, где мы еще не были, что мы еще не видели. Давайте все-таки лучше закроем. Где мы еще не были? Вот тут мы были везде, мне так кажется. Тут мы уже все облутали. Ну, О, нифига себе. Вот сейчас может чуть-чуть погромче сделать. Мы, в принципе, уже все облутали, кроме вот этого дома, мне так кажется. Нет, это банк. Банк мы ограбили в самой первой серии. Мы еще, знаете, где не были? Вот тут мы вроде везде были. Это заправка, это у нас ресторан, это у нас школа с вертолетом, как видите. В принципе, тут у нас тюрьма, это у нас полицейский участок. Тут у нас заправка, в заправке мы уже были. Там вроде еще дофига еды осталось, которую мы не забрали. Вот тут мы были. Что это такое? Да, это, ну, это банк, как я сказал. Ребята, я выпил зелье силы на сколько? На 8 минут у нас было зелье силы, но, в принципе, оно уже в скором времени закончится. Поэтому нужно поднажать. Тут мы были, да, тут мы были. Тут мы были, тут все открыто, все двери открыты. Значит, тут мы уже везде, ребята, побывали. Значит, нету смысла отсюда даже возвращаться. Поезд, мы везде были, ребята. Как вы видите, это третья серия. И за три серии мы уже облутали практически весь город. Это хороший знак, в том смысле, то, что мы реально очень быстренько продвигаемся. Мы очень быстро продвигаемся. И это просто не может не быть круто. Потому что все-таки прохождение карты. Суть в том, то, что нам нужно облутать весь этот город, забрать все нам нужные предметы и выжить, да? То есть суть всей этой карты — это даже не прохождение, а выживание. Электрическая станция. Что мы тут можем найти в этой электрической... О, сундучок, вижу. Вот сундучок. Да. Лучше бы мы тут ничего не находили, потому что тут нифига нету. Только один сундучок, в котором вообще нифига нету. Это реально флаг Украины, прям. Я не знаю, каждый раз, когда я пробегаю вот тут, то я вижу флаг Украины. Я и прапор, или как это по-русски называется. Флаг, прапор, неважно, в принципе. Кто захотел, тот понял, что я имею в виду. Ну, ладно, не будем на этом зацикливаться. Это, по идее, какой-то американский город, да, ну... Создатель карты, мне кажется, американец, поэтому и город должен быть американский. Броуд, он как-то вот так называется. Ну, в принципе, это ясно. Так, тут мы еще не были, ребята, в этой части города мы еще не были. Мы еще тут никогда не бывали. Поэтому, ребята, сейчас мы будем тут все лута... Ни хрена себе, это танк. Ух, очень у нас делишки сейчас будут плохи. Почему? А потому что, ребята, сейчас у нас уже будет ночь. Вот зато мы можем сюда забраться. И, в принципе, ночью действительно нужно где-то переночевывать. Ночью лучше ждать, пока она пройдет. И не бегать по улице, потому что нормальным образом мы еще никогда не выбегали. А, даже вот тут я мог залезть хоть. Не, ну там, в принципе, вряд ли. А мы еще никогда ночью не выбегали наружу. То есть вы видели вот тех уже сумасшедших зомби, да, которые спавнились у нас в школе, да, если я не ошибаюсь, это была школа. Это у нас тут затопленное что-то. Они уже там спавнились, но их было очень мало. И, в принципе, мы даже с ними не смогли нормально познакомиться. Но если мы их встретим ночью посередине улицы или где-то, если они в дом как-то заберутся, ребята, нам реально жопа будет. Поэтому лучше с ними даже не связываться, лучше вообще даже с ними не знакомиться. Поэтому встречи с ними мы все-таки попытаемся избежать. Но нужно все-таки продвигаться дальше. Знаете, ну, викнес, зачем это мне? Не буду я это брать. А лучше с ними даже вообще не сталкиваться, потому что они нас могут убить. Они очень быстрые, кто не знает. И от них, ну, просто, ну, в какой-то степени нереально даже убежать. Поэтому лучше даже с ними не связываться. Этот дом мы облутали. Вот где мы еще не были, мы не были в этом доме, мы не были в этом доме. Вот видите, какие они быстрые, ребята, смотри, какие. А, в принципе, у нас же тут есть кровать. У нас же тут где-то была кровать. Вот. И я, в принципе, могу поспать. Хоть монстры рядом, но не так рядом, чтобы они мне мешали. Это даже очень круто. Но мне кажется, они сейчас не пропадут. То есть вот те, которые уже заспавнились, они там будут. Не знаю, ребят, посмотрим. Посмотрим. Нужно быстренько бежать. Тут куча домов. Это, знаете, наверное...
Да, вот этот быстрый. Вот этот быстрый. А это элитный район, как я понял. Тут от... Упс. 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 Нас запалили, ребята. Нас запалили. Поэтому давайте мы их лучше быстренько убьем. Все, закроем дверь и потопаем дальше. Гараж. В гараже нифига нету. Это, ребята, элитный район, то есть богатый район. Как видите, тут офигеть, какие прям нереально большие дома. Это душ, да? Ну, что-то в этом роде, да, это... Ну, это вы поняли, что такое тубзик. Тут у нас... Нифига себе. Ну, в принципе, тут только уголь. Я, если честно, больше ничего не нахожу. Магма, ну... Какой-то это, знаете, вообще никакой не элитный район, то есть это... В таком, знаете, нормальном райончике, и то лут был намного лучше, чем в этом самом богатом районе. Ну, посмотрим, вот это сейчас у нас пойдут самые такие богатые дома. Косточки, ребята, косточки! Все мы любим собачек в предыдущей серии. Кто смотрел предыдущую серию, кто не смотрел, всем советую посмотреть. Но в предыдущей серии у нас была прям, ну, офигеть, какая... Какая стая вот этих собак. И это, ребята, была ваша идея. За это действительно вам спасибо, потому что эта идея реально была очень крутая. То, что вы мне сказали, мол, чтобы я приручал вот этих всех собак. Потому что, ну, они мне помогут, они мне помогут. Кто-то говорил то, чтобы я взял седло, потому что я там видел лошадку. Но, ребят, честно, я не вижу смысла это делать. Ну... Мы можем попробовать, я только специально для вас, ребят. Я только из-за вас его возьму, но я не вижу смысла этого делать. То есть, нам нужно вертолет добраться. Нету смысла... А, тут у нас... Так. Нету смысла идти и брать лошадку. Что у нас тут? Что это такое? Это что? Не знаю. Машина времени нафиг? Что-то в этом роде. Ладно, не будем... Это, то есть, поломанная лестница, но... В принципе, я туда забраться никак не смогу, потому что у нас мод, точнее, у нас... Так, тут у нас нет ничего. Тут у нас есть выживание, то есть это не выживание, это адвенчер. Поэтому мы не можем ломать никакие блоки, к сожалению. Но было бы круто, если бы мы могли. Тут я, если честно, больше ничего не вижу. В принципе, я вижу последний дом... Там у нас была канализация, помните, которую мы нашли в предыдущей серии, но раз мы уже были в канализации и мы выбрались, ну, нету смысла брать вот тот меч. Если мы уже были в канализации и мы выбрались в церкви, то есть мы уже знаем, куда она ведет и что она себя представляет. Нифига себе домишко, там плазма и все дела, офигеть. Зачем вот эти все тут блоки понаставили, если я их даже никак не могу использовать? То есть это бред полный. Я не знаю, если честно. Так, тут у нас что? Ух ты, нифига себе! Вот это подарочек, золотое яблоко. Мне кажется, это единственное на карте золотое яблоко. Ну, мне так лично кажется, потому что мы еще раньше не находили ничего подобного. Тут у нас ничего нормального. Это, ребята, наверное, последний дом, который мы лутаем. Тут ничего, голова зомби. Я вроде первый раз ее вижу на этой карте. Поэтому, мне кажется, это реально самый главный дом, который только существует... Ну, кнопочка. Это самый главный дом, который только существует на этой карте. Мне кажется, тут какой-то мэр города жил, да, или что-то в этом роде. Это, наверное, его спальня была. Ну, все, забираем все, что полезное. И, в принципе, больше тут ничего нету. Мы, наверное, будем отсюда сваливать, да? Это был последний дом. Не, да. Нет, еще вот это. Тут мы еще не были. И в танке мы еще не были, ребята, это нужно запомнить. И в принципе, это что у нас тут пишет? Ну, короче, тут много всяких людей живет. Ну, нет, дом все-таки не такой крутой, как был предыдущий. Хотя в предыдущем доме не было никакого бассейна, а тут есть бассейн. И в принципе, очень даже крутой. Ну, прикольно. Люди отдыхали, конечно, только до зомби-апокалипсиса. А потом они просто-напросто взяли и свалили. Так, ну что? Это у нас тубзик опять, да? Да, тубзик. Черная собачура? Я хочу черную собачуру. Только... Или она просто грязная? Да, она уже начала светлеть. Нет, она опять черная. Ну, в смысле, я не расист, но все же, то есть черная собака. А как я должен сказать, да? Просто многие люди это воспринимают как не знаю что.
Нифига тут больше нету. То есть эта карта, знаете, ну... это моя собачура, нифига себе. То есть, мне кажется, больше тут ничего нету, и мы, в принципе, уже можем даже сейчас закончить, а не в следующей серии. Ух ты! А вот это мы не находили. Это что-то новенькое. Это что-то новенькое. Вот это реально очень странный даже дом. И очень даже прикольный и симпатичный. Вот это мы не находили, ребята. Это первый раз, то, что я нашел вот эти... Я не знаю, как это даже назвать. Ну, в принципе, тут нифига нормального нет. Вот эти статуи, что-то в этом роде. Ну, все, тут больше ничего нету. Тут тоже ничего спрятанного нету. То, знаете, могли они запрятать что-то за картиной. И, в принципе, все, ребята, давайте мы еще покушаем. Я не знаю, ну, как вы думаете, сколько у нас серия уже идет? Серия у нас идет, ну, не так уж и долго. Мы, в принципе, сможем закончить даже в этой серии, а не в следующей, да? Но... Давайте вот, еще вот в танк пойдем. Давайте сейчас мы еще посмотрим все, что мы можем облутать. Сейчас мы пробежимся в церковь. И посмотрим, что мы еще не облутали. Ух ты, нифига себе, танк, конечно. Ну, нерабочий. И, в принципе, нормального там тоже ничего нету. Где мы еще не были? Мне кажется, везде мы уже были, все мы уже смотрели. И, мне кажется, реально можно уже заканчивать карту. Но, ребята, я говорю, то есть, знаете, какое у меня мнение, и, в принципе, сейчас, если немного порассуждать. Это первая часть карты. Это, можно сказать, деревня, где начался зомби-апокалипсис. Все умерли или свалили, и мы сюда как-то попали, и нам нужно было найти способ, как тут выжить. Мы нашли способ, ну, по крайней мере, я пока что вижу единственный способ, это добраться до вертолета и сбежать отсюда. Вот. Ну, нормально. Это, ну, пока что единственный способ, который я вижу. Вторая карта, чтобы очень-очень-очень не спойлерить, но все же я скажу, вторая карта — это огромный город. То есть сейчас мы находимся в деревне, а если мы сбежим с этой деревни, то мы попадем в огромный город, и там, ребята, будет еще намного интереснее. Да, это вот такой вам... Нифига себе. Это вот вам небольшой такой спойлер, да? Но все же, для чего я это сделал? Для того, чтобы вы мне сказали свое мнение, хотите ли вы продолжение этой карты. Вы, в принципе, знаете, что делать, чтобы его получить. Ну что, ребята, я тут больше ничего не вижу. Мы, в принципе, уже все облутали. Знаете, я хотел растянуть эту карту на 4 серии, да? То есть, как я уже даже говорил на начале этой серии, то, что, мол... Это предпоследняя серия, а следующая будет последней. Но я, если честно, больше ничего тут не вижу. Если я даже сейчас еще что-то тут поищу и попытаюсь растянуть вот эту карту, то согласитесь, то что... Ну, я думал, умру, но все же. Лучше, да, то, что не умер. Но все же, если я даже смогу как-то растянуть вот эту серию, то что мы будем делать в следующей серии? Мы в следующей серии... Мы в следующей серии, ну, просто найдем способ добраться к вертолету и, ну, и все, избежим, то есть ничего какого-то необычного не будет. Ух ты, а тут мы были, кстати? Тут мы, кстати, были? Ну, раз дверь закрыта, значит, не были. Ну, это мое мнение, да? Ой, да, мы тут не были, потому что тут еще одна звезда ада. Но смысла нету ее забирать, и, в принципе, смысла нету дальше что-то делать. Нам нужно как-то добраться вот сюда на вертолет. К вертолету через крышу. Нужно как... А под дерь... Ух ты, нифига себе. Weapon storage, брат. Ух ты, ребят, вы видели, то, что там было написано? То, что это хранилище оружия. Это хранилище... А я только сейчас заметил этот алмазный меч в последней серии. Офигеть. А я только сейчас заметил. Да вы что, издеваетесь? Это выход или вход, да, то есть... Да, это канализация, то есть, видите, через эту канализацию мы, в принципе, можем добраться к любой точке этого города. Вот мы отсюда, то есть, ну, в принципе, туда, тут есть любая точка, и через канализацию мы сможем добраться к любому зданию, да? Ну охренеть, я что, отсюда сейчас не смогу выбраться или только вот так? Ага, это я в туалете, да, появился? Или где это я нафиг появился? Да твою нафиг, зачем я вообще сюда прыгал, да? Нам нужно как-то забраться, мне кажется, вот тут мы сможем забраться, видите, ребята? Нам нужно как-то по... Во, я вроде нашел способ...
мне так кажется. Потому что все же должен быть какой-то способ добраться к вертолету, раз мы не можем забраться на второй этаж. С второго этажа не можем забраться на сам вертолет. Мне кажется, что сюда, вот так, сейчас. Не зря же тут поставили вот эти все лианы. То есть, мне кажется, они реально будут полезны. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Мне все же есть такое ощущение, то, что мы сможем добраться. Сейчас еще, конечно, покушаем. Чтобы нам покушать, ребята, если это все же последняя серия, то нам нужно что-то покушать. А, я все же хотел сделать последнюю серию, следующую, да. Но получилось... Ух, бешеные зомби, лучше валить отсюда. Но все же получилось то, что это последняя серия. Ну, я надеюсь, то, что... Это крыша, ребята, это крыша. Главное сейчас не упасть, потому что я тут вижу дырочки. Все. Это, в принципе, не так-то и сложно было. Я думал, то, что это будет намного труднее, но... Опа! Командный блок и нажимная плита. Что бы это значило? Ух ты, башка Стива. Нихрена! В одной серии я нашел два алмазных меча. В предыдущей серии я вообще ни одного нашел. Не нашел, точнее, я один скрафтил. А сейчас я нашел меч на Sharpness 5, Looting 3 и Unbreaking 3. Офигеть. И, в принципе, мы нашли себе новые ботиночки. Вот так. Замечательно. Ну что, ребята? Что, ребята? Мы, в принципе, можем уже заканчивать. И мне кажется, если мы сюда, ну, зайдем, то 100% нас что-то с нами сделают. Да, потому что... Ну, да хара там стукать об эти двери, нафиг. Не каждый же ты день встречаешь командный блок, который расположен где-то. Ну, и это, в принципе, как вертолет, значит, это уже какой-то знак, то, что он куда-то нас заберет. Вертолет, вертолет, понесет и заберет. Прыгаем сюда и... И... Да, ребята, это конец этой карты. Офигеть, мы закончили ее за 3 серии. Я реально извиняюсь, я хотел сделать 4 серии, но все же это значит то, что мы ускоряем в если... То есть я не говорю то, что следующая часть этой карты будет. Это зависит от вас. Но если вы все-таки решите, если мы все-таки сможем набрать лайки, и если вы все-таки докажете то, что вы хотите новую серию, то, ребята, выход ее ускорится. Выход ее ускорится. И как круто то, что собачка с нами тпкнулась. Очень даже прикольная комната, очень даже красивая. И что у нас тут пишет? Поздравляю, ты сбежал с города. Ну, спасибо, спасибо тебе. А, но существует вторая часть этой карты, как я и говорил. Сможешь ты там выжить? То есть, ребята, вы поняли? Вы поняли, что нам предлагают? Нам предлагают испытание. То есть, нас берут на понты, ага. Ну что, выжил ты в этой деревушке, да? А сможешь ли ты выжить, если ты попадешь в большущий город? Потому что там... Потому что существует вторая часть этой замечательной карты. Поэтому, ребята, вы знаете, что делать. В принципе, сейчас мы уже будем заканчивать. Мы уже больше ничего не сможем делать. Мы уже прошли эту карту с очень крутым мечом, который мы нашли в вертолете. Там, наверное, какой-то спецназ. Если его забыл. Поэтому, ребята, вы знаете, что делать. Как я уже сказал, как только мы наберем 1200 лайков, ну, если больше, то, ребята, еще лучше. Потому что каждый ваш лайк, вот твой лайк может ускорить выход новой части. Каждый ваш лайк действительно очень важен. И от каждого лайка зависит выход новой части. Поэтому, ребята, не ленитесь, ставьте лайки. Вы просто-напросто сделаете мне приятно. Это для вас секунда, но вы действительно сможете сделать приятно человеку. Поэтому, ребята, не ленитесь. Также подписываемся на мой канал, как я уже много раз говорил. Каждый подписчик для меня как друг. И кто еще не подписан, вступайте в нашу большую и дружную семью подписчиков. Я всех вас рад тут приветствовать. Поэтому, ребята, сегодня мы уже заканчиваем на этой серии. Но не расстраиваемся, встретимся в следующей серии, когда она выйдет. Зависит только от вас и от ваших лайков. Поэтому, ребята, я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Именно тем, кто досмотрел это видео до конца. Потому что не каждый смотрит видео до конца, а то ли перематывает, то ли выключает. А кто досмотрел, ты действительно заслуживаешь уважения. Я бы тебе пожал руку, если бы мог. Ребята, всем удачи и всем пока.